Черкесск присоединился ко всероссийской акции против незаконного оборота наркотиков «Сообщи, где торгуют смертью». Это инициатива МВД, которую поддержали другие ведомства, в том числе и представители муниципалитетов. В Малом зале мэрии Черкесска состоялось заседание, на котором присутствовали правоохранители, медики, педагоги и руководство республиканской столицы. Сегодня мы проводим внеочередное заседание антинаркотической комиссии города Черкесска в связи с обращением Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике по вопросу организации в городе Черкесске в период с 16 по 27 марта общесоюзной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», а также оперативно-профилактических акций «Дети России» и «МАК». Цель данных акций – это привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств на территории города Черкесска. Первый заместитель мэра города Черкесска Алексей Баскаев призвал медиков и педагогов со всей ответственностью отнестись к организации данных акций. Пройдут они в несколько этапов и завершатся в конце октября. Первоначально планировалось проведение тематических лекций, классных часов и различных мероприятий в образовательных учреждениях. Однако из-за карантина они будут перенесены на более поздний срок. Правоохранители же, в свою очередь, будут проверять аптеки и торговые точки, места массового пребывания несовершеннолетних на предмет продажи им запрещенных лекарственных препаратов, психотропных веществ, снюса и насвая. По данным руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики, в прошлом году из незаконного оборота на территории Карачаево-Черкесии было изъято около 55 килограммов наркотических веществ. В основном они растительного происхождения. Из этих 55 килограмм, 50 килограмм – это конопля. Вот. Поэтому операции МАК и «Дети России» надо уделить особое внимание. Не должно быть у нас так, чтобы мы изымали столько наркотиков. Мы должны ее вовремя уничтожать. Абсолютно согласен. Да, есть вопросы у нас с распространением героина, то такие вопросы. Но мы с этим вопросом тоже боремся. С целью выявления и уничтожения незаконных посевов дикорастущих наркосодержащих растений с мая по октябрь также ежегодно проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «МАК». В каждом регионе страны она реализуется с учетом климатических особенностей. Правоохранители призвали граждан не оставаться в стороне от данной темы. Если вам стало известно о фактах незаконного оборота наркотиков, звоните по номерам телефонов горячей линии.